Пацаны, всем привет! В этом видео я покажу вам топ-10 несложных и креативных элементов на турнике. Здесь не будет каких-то банальных элементов типа 540, трехи и всякого такого. Я постарался подобрать такие не очень сложные и достаточно креативные элементы для вас. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком, подпиской, комментарием. Напишите, нравится ли вам такой формат делать в будущем такого или лучше не делать. И, кстати, обучения к элементам не будет, так как все они идут очень легкие. Я не вижу смысла этого делать. Типа, просто посмотрев на него, слоумо, вы поняете, как, что, к чему. Так что всем удачи, всем приятного просмотра.